Всем привет! Давайте посмотрим, какие у нас изменения были в Расте на текущий день. Так, ну let's go. Сначала давайте подберем сервер, например. Ну, попробуем опять Раша, хотя в прошлый раз он у нас сильно лагал, глючил, ну ладно. Посмотрим. Изменения есть, да, есть изменения, я не просто так запиливаю. Ну, во-первых, вы видите, да, теперь вот такое сообщение появилось, respawn. You are dead. Окей. Все, я надеюсь, здесь лагать больше не будет. Да, интересно, что на каждом сервере все по-разному, я заметил. То есть на другом сервере я вам уже покажу. Что у нас изменилось? Во-первых, сделали иконку нашему молотку. Но анимации таки нет удара, но раньше она была. То есть ее в любом случае сделают анимацию удара молотком. Потом, смотрите, добавили спальник. То есть если меня сейчас убивают, я респавнюсь в этом месте. И самое бредовое, смотрите. Я сейчас делаю суицид, аналог суицида. Делаю респаун спального мешка. И вижу свой труп. Смотрите. И я могу добывать свой труп. И добываем. Вот и все, профит. Учитесь. Учитесь. Все, мы добыли свой труп, добыли мясо и кости. То есть, видите, да, теперь, когда мы убиваем, я, по-моему, это говорил уже. Когда мы убиваем людей, мы получаем от этого мясо и кости. Мясо потом можно будет кушать. Вот, кто-то ноги протянул. А из костей делают всякие вещи, например, ножик. Нет, да? Ну вот, например, да, а вот в старом Расте можно было бы убить человека через стенку. Это что, такое, он что, ломается, что ли? Это фундамент ломается, да? Подождите, странно. Ну ладно, не суть важно. Так, что у нас еще добавили? Давайте мы все-таки пойдем на другой сервер. Там у нас кое-что интересное и Disconnect. Пойдем вот самый уматный сервер. Вот он, Dev. Он американский, видите, пинг 205. То есть сейчас мы были на сервере, там пинг был 130, по-моему, а здесь уже 205. Но здесь веселее. Мы на каждом сервере начинаем с того, что мы убиты. Здесь у нас ночь, но ничего страшного. Вот, видите, что проработали еще воду, сделали еще красивее. И вот на этом сервере, видите, абсолютно другие итемы, да. То есть там у нас спальный мешок был, а здесь его вообще уже нету. Но здесь у нас есть ружбайка. То есть наконец-то сделали приближение, видите, да. То есть проработали ружбайку. Отлично. Ну, давайте посмотрим, как она выглядит. Во-первых, вот так. Во-вторых, приближение. Ну, видите, да, что его трясет, все отлично. Теперь смотрим от третьего лица. От третьего лица красиво выглядит, да, но есть анимация... О, кто-то бегает, смотрите. Иди сюда! Ладно, что надо, короче, убить этого мудака. Убить можно, я пробовал, она убивает. Ну, мне пинг говно. Ненавижу! Ладно, пошла в жопу мразь. Давай респаун. Кстати, а я появлюсь, по-моему, там же, где меня убили, по идее, нет? Ладно, неважно. Подождите. Я, по-моему, вижу выстрелы, да, или что это? Ладно, побежали. Ну так вот, добавили нам ружбайку, а третьего лица вид такой, смотрите. То есть трясется камера, да, есть выстрел, но перезарядки нет, ну вот она проблема. Не, прикольно, да? То есть уже можно на сервере вести перестрелки, вы чуете, да? Кто там стрелял? Странно. Ну я говорю, что убил, потому что пинг 205, сами понимаете, это не дело. Ладно, все, посрать. Смотрим, что у нас есть еще. Ну, костерчики я уже показывал. Смотрите, опять изменили анимацию костра, да? Раньше, помните, был такой зеленый пластилин, я говорил еще. Пластик, пластилин. Теперь он стал прозрачный. Кстати, заметьте, еще баги появились. Видите, я двигаю, у меня дрожит, да, графика.
текстуры дрожат. Вот это тоже после обновления появилось. Также бывает с текстурами, вот, поверхности, горы и так далее. То есть ты бежишь, и они дрожат. Раньше такого не было никогда. Но это, скорее всего, исправят. Потом, что у нас есть? У нас лук немного изменили. То есть теперь, смотрите, когда мы стреляем из лука, он приближает. Видите, да? Опа! Но, к сожалению, дали только две стрелы. Но если делать постоянно кью, то можно будет стрелы подбирать. Кстати, вот нас сейчас убили, да? Я уже говорю, что можно убивать и можно лутить. То есть добавили лут. Просто убиваем, подходим к человеку, нажимаем там Ешку. О, смотрите. А, да, это еще расскажу вам. Нажимаем Ешку, и у нас открывается интерфейс этого человека. То есть дополнительное меню. И там забираем его лут. Офигенная вещь. Потом можно его добить и забрать его мясо и кости. Я не помню, говорил, нет, прошлый выпуск. Обязательно посмотрите все выпуски. Что теперь, когда вы стреляете из лука, да, можно подбирать стрелы. То есть вы стрельнули, пик, все, подобрали стрелу. И вот так постоянно. Молодцы, конечно, прикольно. Пока она выглядит как мешок, само собой потом она будет выглядеть как стрела, да. Ну-ка, если мы вверх выстрелим, интересно. Прикольно, если бы мешок падал сверху, а я не вижу, где он. Ну ладно. О, где-то упало. Хм, странно. Не, прикольно, уже реально можно пвпшиться. Вот на русском сервере, где пинг хороший, нужно найти кого-нибудь и пвп. Пиу, 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 пиу. Так, ну все, в принципе, да. Не буду вас задерживать, я вам все показал. Все изменения. Ну, фундамента мы уже строили. Ничего интересного нету. Костры уже зажигали, все нормально. Open fire. Вот эту шляпу, вот эту. Игниты. Отлично. У меня почему-то ХП отнялось. О! Смотрите, кое-что новое добавили. Теперь вы обжигаетесь об костер. Раньше такого не было. Ну и прикольно. А! Еще добавили, видите, внизу слева иконочки появились. Это голод, да, и жажда. В прошлом выпуске их не было. В прошлом выпуске была вот эта вот красная полоса, и снизу была желтая полоса. Теперь, так что будете знать, теперь вы обжигаетесь об костер и подыхаете. Отлично. Ну все, всем пока, ждите следующего выпуска.